У нас сегодня операция тыква. Настя тащит тыкву. Настя тащит тыкву. Тыква. Смотри, какие сосули. Ох. А, ну-ка. Ты чё? Вот это вот вспомнила детство. Так, поднимаемся аккуратно. Тут у нас снежные заносы. У нас сегодня вообще такой какой-то... номер. Какой? Какой у нас сегодня номер? Так, у погоди. Тигров сегодня, никто не гуляет. Не зря же их Татьяна снимает и аккуратно показывает. Так, сейчас, да. Я захожу. Ой, так, под ноги надо смотреть. Так. Сейчас посмотрим, в какую сторону кидать. Смотри. На кустик кидай. На кустик? Ну вот тот, она не разобьется хотя бы. Разобьется, она будет. Сейчас. Просто надо, чтобы они ее не ловили. Чтобы они ее не ловили? Да. Но смотри, они... как там красиво с ними. Ой, смотрю, смотрю. Как там красиво. Вон, посмотрите, как там красиво. Вон. Горы заснежены. Тучки может, такие. Может, немножко наши водохранки наполнятся. Немного, да. Снега. Так, призумить не могу, потому что у меня пальцы в определенном положении. Околели называется. Все, я кидаю. Погоди. Вот тут на кухне. Где, где, где? Ну, на краешек. Ну, давай. Это нам прилетит от Алексеевича. За кусты ломаю. Так, так. Тигры. Не разбилась, да? Не разбилась. Вот. Так, передаю эту. Перехватываю, да. Что, поймал? Поймал. А что, Тарыч, подожди, поймал. Еще не давай им ничего. Я просто хочу поймать. Все? Чуть-чуть я отойду. Ай, ты чего ты злюкаешься? Моя тыква, скажи. Твоя, твоя. Красивый такой. Можно было и дальше ее кинуть. Дальше не факт, чтобы она не разбилась, все-таки надо. Но съесть. Давай, бери и беги. О, смотри, понес. Ничего себе. Ох, злюка. Ну, она треснула. Дальше. Мне кажется, разбилась. Он ее прокусил. Нет, просто. Она треснула сбоку. Да? Угу. Я ж слепая, не вижу. Не, и как... дырочка от зубки. Я как Алекс. А, вот она уже вообще развалилась прям. Ярко-рыжая тыква на снегу. Рыжими тыквами. Вольер потом будут убирать. И эту тыкву отдадут копытным. Так что это двойное, так сказать. Развлечение. Вначале тигры поиграют. Приятненько и вкусненько. Да? Ты такой красивый. Кисюня. Ва-ва-ва. Такой разлегся, так, а классный. Никто не забирает, скажи, да? Вау-вау. Такой. Да не здоровски. Что, вкусно? Смотри, как откусывает и выплевывает. Какая невкусная штука. Ой, а там валяется, смотри. На снежку, да? Ага. Ну, тут не разорвешься. Ну, тогда игры, конечно, такие себе получились. Но они и в прошлый раз не очень играли тыквой. Ой, солнышко выглянуло немножко. Ой, и заглянуло обратно. Обратно заглянуло. Ну, тучки сейчас пришли. Наверное, снег будет. Потому что там такие вон загорали тучки. Так, а у нас один... в вольере в отдельном, а тут вон по валяшке. По валяшке! Фыр-фыр! Фыр-фыр! Охотник?
Ты такой охотник? Охотник. А у нас этому тоже долетит копытце, да? Смотри. Да. Туда ему одну. Ой, как вкусно. Расправляется с добычей. Какая вкусная тыковка. Да, да, фу, скажи, гадость. Ну и гадость. Это камера ушла. Ну, пошли копытца викинем. Да? Неси сюда их, чтобы этому тоже докинуть. Да придет, придет. Спасил тыкву на шуршащий. Ага, свободная тыква. Ух, как вы бегаете. Кони. Они же на крышу запрыгивают. Ну да. Легко. Вот на эту вот крышу. Вот там лапы на крыше. Смотри. Ну так не пошел, видно, хотел запрыгнуть. Ну лапами достают они. Лапами достают. Сейчас, я разрежу пакеты. Пакеты с копытцами. Упаковано. Как раз вот тут. Да, все как это цивильненько. Все. Так, бирку не показываем, нам за рекламу никто не платил. Не заказывали, но купили в Ашане. В Ашане купили свиные ножки. Запакованные, чистенькие. С мягким этим, смотрите. С чем мягким? С мягким, нам говорят, что твердые копыта. Нет, не твердые. Что не твердые? Покажу. Люди мечтают вот о них на холодец. Вот это вот, оно мягенькое, вот это. Штучка. Оно мягенькое. Некоторые прям пишут, холодца бы нам. Холодца бы наварить. А внутри тоже там мягкие косточки. Сахарные. Филеечку давай. А филеечка долетит до этого? Филеечка? Ну, не знаю. Копытка долетит. Точно долетит. Да и филеечка долетит. Филеечка, она такая. А ты перчатки взяла? Я не взяла перчатки. Ну, сними сейчас тогда свои варежки. А? Варежки сними да тогда. Сними. Это я разрежу, пошел за тыквой. Пошел за тыквой. Иди сюда, тут вкуснее будет. Смотри, пока вас дождешься вот это, да, вот станешь вегетарианцем. Да, тут надо их это, дома разрезать. Я их только вчера купила. Какой дома разрезать? А что, вот это съела? Они бы и... Тазичек нормально. У меня столько места в холодильнике нет. Так а они. Сейчас холодно. Зачем ну так холодно? Вот они в гараже и были. Ох, так, ну что? Давай тому кидай. Какого? Вначале. За решетку дальнему? Туда, да. Сейчас я кину дальнюю. Да. Опа, есть. Так, ну теперь поближе тебе. О, бежит, бежит. Один бежит тебе? Сюда, второй за тыквой. Смешно. Вон. Давай. Кисюня. Ну. Где? Он не увидел, где упала. Кидай туда филешку теперь. О, ты, конечно. Болгар. Балбесина. Как его позвать? Кисюня? Вот. А ножка вот там рядом. Ну, там и учует ножку. Дать в нее попадать, что ли? Ну, подожди. Сейчас один по филейке еще и все. Подожди, найдет он ножку, нет? Ножку ищем вон прям возле лапы. Вон. Что? Повтори, да? На. Ну ладно, найду. Все, найдут, да. Да. Раз такое дело. Я вот тому дальнему. Дальнему кидай, да. Ох, вы классные. Так это, по-моему, Валдай. Можно? Вот этот самый большой. А уже не такое жиробасенка. Дай мне филеечку. Ловит так. А где еще один под мостиком где-то? А? Где третий под мостиком? Вот он здесь.
Ой, как вкусно! Так. Вкусняшки. Ну, вот это все внимание сегодня наше тиграм. Холодно, потому что все холодно, да. Закрыты. А мы, пингвины, тут ходим. Не, ну сегодня а теплее, пингвины, чем вчера. Но однозначно. Пингвины. Балбесенка, иди ищи ножку. А вот так вот. Найдут другие. Только сообразительные. Даже вроде к не упало, не вижу. Тебе там рядом кинули. Что ж ты смотришь теперь? Как на предателей. Ой, ага. Тебе свою никто не отдаст. Это ж такая вкусняха вообще. Подходит такой. Вон, на чужой каравай роток не разевай. Чеши к своей ноге. Так. Мусор. Со всех сторон, да, рычат? Они против, конечно. И то там хрумает на поддончике. Ай, не призумить. Красота. Красота. А вон следы какие-то. Печатаны. Смотрим ваши следы. А вы смотрите за нами, да? Тигриный след. Наблюдательные. Вот такой в тайге увидишь. И столько сразу мыслей будет в голове. Беги. Куда бежать? Куда-нибудь. Куда от него скрыть? Противо... Ну вот следы в какую сторону? А бежать в обратную надо. Не факт, что он по кругу не обошел. Не факт. Не факт. Поэтому... Как говорить, вкусно? Как повезет. Вот там злючка. Пошли, 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 идем. Идем, может, найдешь лапу свою. Копытца серебряная. Мне нечем уже сторону кидать. А, вот сейчас другой найдешь, он тоже бежит. Сейчас посмотрим. Вот ты, ну чё, вот чё не обойти? Да. Снежок можно кинуть. Ага, он не лепит, он рассыпает. Давай я слеплю. Ну давай, лепи. На, тебе камеру. Сейчас у тебя руки отвалятся, погоди. Нет, ой. Отвалятся, отвалятся, я помыла так ручки. Ого, отваливаются. Давай туда. Та-дам! Вот! Кто молодец? Я молодец. Молодец, Настя. Бери, бери. Умничка. Это хоть он? Нет, это не он. Как не он? А он вон пошел к тыкве, вот он. Ну и все. Ну вот. Становитесь вегетарианцами вот так вот. А копытца будут. Настя, не молодец. Да Настя, это молодец. О, а он что-то не... А, взял. Да взял нормально. Взял. Вон он большой колбасик пошел с тыквой. Ушел, унес добычу. Тыква тоже полезна, знаешь, вот потащил, как. Иногда надо это. Тыквочка весит, извините, да? Сколько? Да а много она, большая. Еле дотащили. Иногда надо вот и на овощах посидеть. Особенно такому большому, как тебе. Туристы. У нас машина открыта. Надо идти. Побежали. Ну как отсюда убежишь? Все тут Валдай тыкву хрумает.
если это валда. Ладно, пойдем еще в первый вольер тоже тыкву принесем. Да, давай.